Работать на завод по производству деталей для BMW, Audi, General Motors. Живем мы в удобной и комфортной квартире, которую предоставили нам от производства. Полное сопровождение. Я, конечно, переживал поначалу, как что будет, но в целом как бы никаких проблем. Друзья, всем привет! Меня зовут Антон, и я являюсь представителем компании Acharon Group в Варшаве. К нам в Варшаву приехал Амир, который ты только приехал в Польшу, только две недели, правильно? Да, все верно, две недели. Амир две недели как в Польше, но будет работать в городе Млава. Ну, давай, рассказывай. Ну, в общем, приехал в город Млава работать на завод по производству деталей для разных машин, там, для BMW, Audi, General Motors. В принципе, очень оборудованное место, чисто рабочая зона, как бы. Ты уже ходил на производство, да? Да, конечно, конечно. Получается, как бы, работа заключается, когда как. Кто-то может попасть там на конвейерную какую-то линию. Мне повезло попасть на склад. То есть моя работа заключается в том, что просто сортировать продукцию, которую изготавливает завод, как бы сканировать ее и уже готовить непосредственно к поставке. Здорово, здорово. Я тебе, вот как раз мы проходим велосипеды, расскажу про них. Это компания, которая раз в год заключает контракт, и вот они вот так вот выставляют, ты там можешь, подходишь, оплачивать, или же, допустим, у тебя есть приложение, ты скачиваешь приложение, вводишь код, и он тебя, то есть, там вот видишь замки, он освобождает их, и все. И самое главное, что можно первые 20 минут кататься бесплатно. Да, то есть ты берешь велосипед, катаешься там, ну, допустим, едешь куда-то тебе надо, и таких станций очень много по городу разбросано. То есть ты едешь так, засек там 20 минут, ну, такой. Каршеринг, да, да. Ну, но первые 20 минут бесплатно, потом, да, уже ты платишь. Понятно. Вот. И то есть ты подъехал куда-то, куда тебе надо, 20 минут проехал, поменял велосипед, да, и дальше. Удобно, то есть, удобно, да, очень удобно. Так что да, вот имею в виду, я не знаю, в Млаве есть ли такое или нет, но вот. Нет, но я буду обращать внимание. Я ж там еще окрестности особо так не рассмотрел, знаете как, пока приехал, пока разместились. Так, в близлежащий район, возле дома, в принципе, живем мы в удобной, комфортной квартире, которую предоставили нам от производства. Как бы, в принципе, есть все, стиральная машина, холодильник, да, там, телевизор, Wi-Fi, как бы, бесплатный. Мы с тобой пришли, это вот самая знаменитая такая, такой торговый центр, Золотые Тарасы называется. Оно самое высокое в Польше и вроде бы второе место в Европе даже уже занимает. Здорово. Да, 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 вот. И там сверху будет ресторан на самом верху, и вот когда заработаешь кучу денег, обязательно нужно посетить. Да, да, приедешь сюда, и да, мы с тобой отпразднуем твои большие зарплаты. Вот. Ну, естественно, вокзал. Ты сюда и приезжал, да, мы тебя здесь, да, и встречали, да, да. Вот. Полное сопровождение. Я, конечно, переживал поначалу, как что будет, но в целом, как бы, никаких проблем. Встретили, все подсказали, как, что, какие тарифы, помогли открыть банковскую карточку, как бы все, все в принципе объяснили. То есть в этом плане проблем никаких не было. Отлично. Ну, в общем, все удалось, все получилось хорошо, и ты доволен. Да, безусловно. Ну, в принципе, с такой зарплатой, как бы, и работа не особо трудоемкая, прям такая, скажем. Ну, в принципе, соотношение зарплаты и
будем говорить, да, там, и рабочего процесса, но оно того стоит. Хочу сказать, те, кто переживает, волнуется, да, как ехать, тяжело сделать первый шаг. Конечно, я тут всего-то несколько, там, скажем, дней, да, относительно, это немного, но я точно так же, как и вы, боялся, переживал. Ну, не все так страшно. Лучше двигаться. Движение – это жизнь, ребят. Да, да, да. И суставы не скрипят. Да, да, да. Так, ну, хорошо. А у нас по традиции мы теперь придумали такую традицию. Всегда в конце мы прощаемся на польском. Ты что-нибудь выучил на польском? Да, ну, буквально «до видзення, милего дня». Да, друзья, «до видзення, милего дня». Напоминаю, что у нас всегда большое количество вакансий на нашем сайте. А сайт практически каждый день обновляется, вакансии обновляются, добавляем новые. Мы заключаем договора с крупными производствами, которые предоставляют очень хорошие вакансии, которые дорожат своей репутацией, которую создали не только на территории Польши, но и на территории всей Европы, даже мира, и создают очень хорошие условия для тех, кто приезжает, то есть для вас. Так что, друзья, вы еще и переходите на наш сайт, мы с радостью для вас все подготовим и поможем сделать этот первый шаг намного легче, проще, и мы всегда рядом. Друзья, всем пока!